В историко-культурном центре открылась выставка Марины Алексеевой «Светопись». Автор представленных работ – член Московского союза художников, скульптор, график и церковный живописец. Последние годы проживает в нашем округе в селе Остров. Человек она верующий и свое творчество считает служением Богу. Вот здесь работы представлены вот этого периода преодоления, когда я из темного рождала свет. «Да будет свет», – говорила моя душа. На открытии экспозиции собрались сотрудники администрации муниципалитета, родные и близкие Марины Алексеевой и просто любители искусства. У нас на самом деле уникальные здесь бывают, конечно, истории, выставки в нашем историко-культурном центре. Но то, что происходит сегодня, я думаю, сравнить особо даже не с чем. Потому что, во-первых, мало того, что у нас сегодня вот сами вы здесь есть в гостях, есть в гостях вот эти замечательные ваши работы. Несколько десятилетий автор выставки занимается церковным искусством, росписью храмов и иконописью. О самых интересных работах рассказал ее муж Борис Алексеевич. Вместе с ним и стенописной артелью «Радость» были расписаны православные храмы в разных точках мира. Еще один храм тоже такой экзотический, здесь он не присутствует в фотографиях. Мы расписали в Северной Корее. В Пхеньяне, да. Там как-то получилось все очень быстро, хотя все условия были к тому, что это невозможно было в таких условиях работать. В залах ИКЦ представлены разные направления творчества Марины Алексеевой. Скульптура, графика и, конечно, фрагменты стенописных росписей. Все работы автора объединяет одно – свет используется как главный материал, основа, из которой творец рождает новые композиции. То, как она принимает участие в росписи самих храмов. Вот, в плане рисунка потрясающе. Она все это чувствует. Но те, кто занимается иконописью, они это знают, что это непросто. Уже несколько лет Марина Алексеева поддерживает дружеские отношения с Видновским благочинием. Ее работы украшают церковь Казанской иконы Божьей Матери села Молоково. Одну из икон Всецарицы она подарила нашему храму. И она у нас на внешней стене храма висит. Она доступна в любое время. Вот очень красивый образ. Ну, с тех пор мы дружим, периодически встречаемся, периодически я бываю у них в гостях. По словам автора, на экспозиции представлен лишь небольшой фрагмент ее творчества. Выставка будет работать до конца месяца. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Екатерина Довлятова. Видное ТВ.